Здравствуйте! Собственно, обзор на квартиру, в скобках на свою комнату. Потому что, по сути, все происходит в моей комнате, я тут провожу большинство времени, я тут стримлю и т.д. Ну что ж, поехали! Попробую с первого раза записать. Так. Ну, для начала мое рабочее место. Я уже укладывал фото в ВК, собственно. Вот это вот. Мое кресло кожаное, классное. Very удобное. Такое кресло босса. Клавиатура случайная абсолютно. Каждый раз, это каждые несколько месяцев, я покупаю случайно клавиатуру. Собственно, за гривен 100-150, когда очередная клавиатура испачкается, ну, загрязнится. Или отлетит кнопка. Мне так проще, мне кажется... Лучше так, чем покупать клавиатуру за какую-то дорогую, механическую, и потом ее чистить часами. Проще выкинуть и купить новую. Мышка у меня Genius NetScroll 120. Она, в принципе, тоже дешевая, но конкретно эта мышка мне нравится. Я постоянно одну и ту же покупаю. Наушники у меня тоже случайные. Меня спрашивали, какая фирма наушников. Мне самому интересно, я не знаю. Давайте поищем. Вот, есть же. Gambird. Да. Вот, Gambird мне наушники. Микрофон, который, бля, звук револьвера. Сейчас попробую. Ну вот. Эх, одной рукой. Сейчас бы с одной рукой пожить. Вот. Не знаю, слышно, нет, не особо слышно. Вот. Полностью его оттянул. Вот этот звук. Револьвер, бля, проверяйте. Вот я на ПД. Вот зашел в пое. Вот мой герой 92 уровня. 92 уровня. Да-да, я. Проверяйте. Водичка. Обычно у меня в комнате вода стоит зимой. Летом она обычно в холодильнике стоит, очевидно. Ну вот. Собственно, сейчас попытаюсь размеры комнаты примерно показать. Вот. Я отошел уже до конца. Вот. Небольшая комната. У меня в квартире три небольших. И одна побольше. Сейчас я покажу. Вот мои гантели, собственно. 17 кг. Разборные, очевидно. Ибо как иначе. Не разборные, это только маленький вес, там, не знаю, 4-5 килограмм, 7 может максимум. Эспандер. Цепной. Где-то у меня еще был кистевой, только я его не вижу, лол. Странно. Вот, вот он, лол. Спрятался под одеялом. У меня уже порванный немножко, не знаю, тут видно. Вот дырка, смотрите, когда выжимаешь почти максимально. Вот дырка, вот показываю. Вот, вот ты выжимаешь, там дырище уже. Порвался мой эспандер. Скоро новый покупать. Кстати, тяжело купить нормальный эспандер. В основном для детей продается всякая фигня. Просто вообще. Очень слабенькие, очень слабенькие. Ну вот, собственно... Так, включаем свет. Вот вторая маленькая комната. Здесь почти ничего нету. Вот. Ну, все. Пылесос. Мой старый телефон лежит, вот, кстати. Со старого телефона я никогда не мог записать обзор. Ну, некоторые видели мое одно видео. Я записывал отжимания на этот телефон. Там разрешение 320 на 240. Вот. Просто представьте, каково это записывать на такой телефон что-то. Но я его очень любил. Этот телефон у меня был лет 6. Может даже 7, я не уверен. Наверное, 6. Короче, он весит 93 грамма. Просто посмотрите, вот, насколько он компактный. И представьте, насколько это охуенно такой телефон в кармане носить. А не нынешние бандуры, кирпичики. То есть, такой вот телефон, ну... Я бы его даже не стал менять. Я 3 года назад еще хотел купить новый телефон. Но, как бы... Кстати, обзор на квартиру — это одна из причин, почему я наконец-то купил новый телефон. Не, ну не фотоаппарат же покупать или камеру. Так, ну тут, собственно, с этой комнатой все ясно. Ну, как бы нечего сказать. Мне есть что сказать про свою комнату, в которой я провожу все время. Вот, собственно, своем. Чтобы вы примерно представляли размерчики. Так, вот еще большая комната. Это моя одна большая, есть три маленьких, как я говорил. Сейчас включу свет. Вот. Вот ее размеры примерные. Вот, вот так.
Она где-то в полтора раза больше, чем остальные комнаты. Там балкон там, туда не буду заходить, там ничего нет. Вот. А, вот телевизор, который я никогда не смотрю. Всякие бесполезные предметы. Телевизор я вот вообще не смотрю, я его не включаю. Ну, типа. Я даже фильмы смотрю на своем мониторе. Я не смотрю фильмы на вот этом вот мониторе. Ну, во-первых, тут у меня драйвера. Тут даже драйвера надо обновлять, потому что некоторые МКВ-фильмы что-то не работают. Мне это настолько не нужно, просто ноль желания. У меня вот еще есть... Так, блин, эти штуки позабирать надо. У меня все книжки о Гарри Поттере есть. Собственно, я... Так получилось, что я рос вместе с главгероем. То есть, когда я покупал книжки, вот эти вот все... Мне как раз было столько лет, сколько главгероев. Ну, и типа было в свое время интересно очень читать. Я вообще читаю очень хорошие книжки. На русском. Я еще в те времена английского не знал особо. Вот. Так, ну что, пошли обратно в мою комнату. Тут особо сказать нечего, вот, серьезно. Это, конечно, должен был быть обзор на квартиру, но... ну, я не знаю, что рассказывать. Там дальше ванная, кухня и еще одна маленькая комната, в которых ничего нет интересного, поверьте мне на слово. Так же, как и здесь. Было бы что-то интересное, я бы подрассказал. Обязательно. А, вот у меня еще гири лежат. Кроме гантелей 17, у меня еще есть гири 24. Смешно. Оп! На оп-опычах. С ними тоже иногда занимаюсь. Ну, с ними пореже. Предпочитаю с гантелями. Так-с. Что у нас дальше? Кровать я показал. Общий вид комнаты показал. Что у нас дальше? Ага. Компьютер еще можно показать. Вот у меня без крышки стоит компьютер. Так проще в плане пыли. Да и вообще так проще, когда он без крышки. Вон переноска. Ее вроде видно. Провода всякие с удлинителями. Расстояние, на котором я сижу от монитора, примерно, ну вы вот видите, больше метра, явно больше метра. Ну, я хз, может полтора метра, может меньше, как когда, по ситуации. Когда я фильм смотрю, то явно полтора метра, когда я играю в доту, то может 1.20 м. Можно, кстати, даже померить, только я не смогу одной рукой мерить. У меня вот есть метр. У меня тут все есть, кстати, сейчас все покажу, что у меня есть. Можно было бы даже померить расстояние, но я одной рукой, сори, вы сами понимаете. Да, как-то... Не получится одной рукой. Сори, сложно. Так. Что у нас в шкафу? Верхняя полка. Вот. Тут и тут на верхней полке различные домашние вещи. Здесь кофты с длинным рукавом, здесь с коротким. Здесь плотные кофты, типа вот, тоже домашние, в которых я или выхожу в магазин, или дома хожу. Я в магазин выхожу в домашней одежде всегда. Человек, типа, такого недалеко выйти. Так, здесь у нас полка, ну, всякие приспособления для душа. Гель для душа. Вот. Я особо не выбирал, купил какой есть. Какой был в магазине. Шампунь. Я тоже, опять же, не выбираю, я каждый раз покупаю разные шампуни. Тут написано против перхоти, но мне все равно, я купил просто рандомный. Гель тоже какой-то рандомный. Я всегда покупаю какие-то рандомные гели, рандомные шампуни и т.д. Я смотрю, покупал ли я ли это когда-то, если нет, и мне нравится, в принципе, как оно выглядит, то просто покупаю. Вот и все. Щетки. Бритва. Зубочистки. Полезная вещь. Какой-то крем даже. А, здесь у меня различные медицинские есть, на всякий случай, штуки. А, что тут у нас? Это Strepsils. У меня с тех пор, как я откомментировал мажор в финал, у меня гордо болит. Я тогда купил Strepsils. Рафлам-помойка. Что это? Ну, я хз, ну пригодится. Лежит. Вот у меня есть такая вот, пригодится. У меня тут много всего полезного. Сейчас я все постараюсь показать. Паста зубная. Кстати, покажу, как паста называется. Где название, лёль? Почему я название не вижу? А, сложно. А вот, сплат. Сплат отбеливающая. Хотя, на самом деле, отбеливание это все фигня. Отбеливать зубы тут надо у стоматолога. Ну, в смысле, не отбеливанием, а просто чисткой. Ножницы. Отбеливать это быть дауном, если что. Вы же не голливудские там актеры. Что... Отбеливать зубы это никому не надо. Из среднего человека. Шприц есть.
что-то на уровне бинтов есть. Бинт медичный. Есть у меня йод, УФК, зеленка там, перекись водорода. Стоит, не видно просто. Ну, короче, там все самое интересное есть. И пластыри тоже есть. Я там подальше. Вот всякие эти... Ну, тоже, как это называется, эта штука. Короче, ватки эти. Ложки тут еще стоят, вилки, блин, не видно нифига. Ладно, короче, там, поверьте на слово, они вот там стоят. Покажу одну ложку. Вот, золотистая такая, позолоченная ФК. Так, поехали ниже полку. Что тут у нас? Ключ от квартиры. Мышка. Опять же, Genius NetScroll 120, запасная, новая абсолютно. То есть, как только сломается это, то, что сейчас есть... Сразу, без похода в магазин, есть уже новое. Они у меня ломаются довольно-таки быстро. Я их просто разъебашиваю. Я, знаете, нервный человек. У меня клавиатуры и мышки долго не живут. Поэтому, как бы... Я бы мышку, конечно, покупал подороже, если была бы лучше. Но я не чувствую, что есть лучше. Мне Genius NetScroll 120 вот очень нравится. Клавиатуры самое дешевое надо покупать. Потому что между дешевыми и дорогими нет никакой разницы, только в плане эксплуатации, как бы, как долго она выдержит. Но я считаю, проще купить и выкинуть, чем покупать и чистить. Чистить клавиатуру это пиздец. Нет, сори. Так, это зарядка для нового телефона. Тут USB и этот... И в розетку сразу нужно поткнуть. Короче, не важно. Отвертка есть. УФК. Как без отвертки жить, на всякий случай. Брелок какой-то. Метр я уже показывал. А, вытирать монитор в сабже. Для куртки побрызгать, если что. Если там где-то что-то затерлось. Или, собственно, у меня есть тоже слегка, чуть-чуть. Кроссовка, туфли, ботинки у меня есть. Их тоже можно есть еще побрызгать. Правда, я их редко одеваю. Они у меня для элитных выходов. Щетка вот есть для обуви, для всего. У меня есть даже насос, бля. Мяч накачать. У меня все есть, парни. Чисто на найсочах. Насос, короче. У меня есть скотч. У меня есть для обуви еще такая штука. Вот. Вытереть обувь. Ну, поняли, что это, да? Мне еще должен нож быть по-любому. Как бы. Да, у меня нож есть. Так, кстати, нож старый, он вроде не режет, а только колет. То есть зарезать им никого не получится, скорее всего. Заколоть – базара ноль. Вот зарезать. Зарезать не. Да. Сейчас я попробую. Да, нихуя не зарежешь. Ну, если, конечно, со всей силы прижму, то может порежусь, но он не острый, это старый, надо его заточить. Вот заколоть можно. Шансы на успех хорошие заколоть. Что еще? Что еще тут есть такого интересного? Фонарик еще есть какой-то. Ну, даже вот такая штука есть. Кстати, может пригодиться, если кресло. Вот. Там можно его подкрутить, если что-то не понравится. Вот здесь, смотрите. Вот видите, да? Показал. Я там эту штуку снял, автоматическую подкрутку. Типа, не знаю, Сорянова вручную. Если что, как-то попроще. Не то чтобы попроще, ну, зато надежнее. Так. Тряпочки для вытирания пыли. Кстати, на этой полке больше ничего нет особо. Тут носки только и трусы, остальное все. А здесь летняя всякая одежда. Тут уже темно, ни хрена не видно. Нижние полки вообще показывать не буду. Здесь перчатки всякие, вот, кстати, те самые кожаные перчатки, без пальцев, вот они. Ладно, нижние полки, фиг рассмотришь. Там запасные блинчики вон лежат, как вы видите внизу. Вот. Это на будущее мне блины, я уже накуплю для гантель. Это найсычи, я их называю. Ой, видите, короче, смотрите, типа, это такие магнитные шарики, вот можно на найсычах ими поиграться. Они друг к другу тянутся. Как я, Эврис Кинг. Короче, классные штучки. Вообще, вот, по кайфу. Вот, начинаешь эмиграцию, уже не получается оторваться. Карты, кубаны,
три вида кубанов. И, кстати, я сохранил свой самый первый кубик в жизни. И вот, видите этот кубик? Он желтого цвета. Если что, он был белого, когда мне было 6 лет. В 6 лет, когда я пошел в школу, я этим кубиком уже играл на деньги. С пацанами на 5 копеек. Там по 5 копеек ставили, типа, и каждое свое число загадывал. Тот кубик в те времена, когда мне было 6 лет, он был белым. Сейчас мне 25 лет. Он желтый уже. Пиздец, он желтый реально. А был он белым, я клянусь, он был белоснежный просто. Как зубы младенца. Но теперь он желтый. Тут какие-то картишки, набор для покера бомжатский. Ну, я в покер не играю ни с кем, у меня только бомжатский есть. Там еще у меня есть шахматы, домино и т.д. Можно, конечно, показать, что я не пиздю. Вот, домино набор. Шахматы еще есть, но я не буду их доставать. Поверьте на слово, что они есть. Дальше. Внизу у меня... Блин, тут опять же темно. Различные штаны домашние. Здесь почти ничего, кроме крышки от компа. И биты. О, бита. Найс. Полезная такая. Я не снимал эту штуку. Я купил еще ее чуть ли не 10 лет назад. Я их за сколько лет назад купил, так и не снимал. Видите, тут слишком сложно. Впадлу. Зачем вообще ее снимать? Полезная вещь. Может пригодиться, согласны? Так. Что еще? А, вот моя вся уличная одежда. Различные штаны, джинсы, кофты, футболки. Куртка вот осенняя. Кожаная. Вот зимняя кожаная. Потолще, которая. Осеннюю я надеваю примерно, когда градусов, ну, минус 2, минус 3. Вот где-то так. А если меньше уже, то уже зимнюю надеваю, наверное. Ну, хз. Если одевать на себя две кофты, то можно и в осенне ходить до минус 6, до минус 7. Это не кожаная куртка, но я ее почти не одеваю никогда. На самом деле, хз. Я обожаю кожаные куртки. А эта куртка даже на меня не то, что не только не кожаная, еще и большая на меня. Просто себе висит. По фанчику. Такс. Что еще? Кстати, я уже обозреваю. Явно больше 15 минут, потому что у меня монитор отключился. Что еще? Ну, я хз. Может, потолок посмотреть? Можете посмотреть. Вроде уже все сказал, все показал. Я вообще планировал где-то в районе 10 минут. Насколько я понимаю, уже больше 15 минут. А, вот мне показано на телефоне, что да. 17:38 уже минут времени. Обозрение. Ну, в принципе, можно заканчивать. Я думаю, я все сказал, все показал. Можете попрощаться с моими тапочками. Ладно. Всем пока. Пожалуй, все. Бы-бы. Как тут подключить? А, вот.